Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч шестого тура группового раунда отборочного цикла к чемпионату мира 2022 Австрия-Шотландия. В пятом туре Шотландия на классе обыграла минимально Молдову, забив гол еще в дебюте матча. Австрия выгребла по полной в Израиле, получив пятерку в свои ворота тогда, когда этого мало кто ждал, учитывая уровень функциональной готовности команды. Австрийцы владели преимуществом, но сделав после 0-3 счет 2-3, попытались сделать камбэк, но все обернулось крахом в виде 2-5. В очных матчах примерный паритет у этих команд, но при этом в этом столетии хозяева не побеждали в этой паре. В игре первого круга в Шотландии была боевая ничья 2-2. Проигравший в этом матче существенно ухудшит свою позицию в борьбе за второе место в группе. Выигравший будет иметь хорошие шансы. Однозначно после головомойки, полученной в Израиле, хозяева постараются реабилитироваться перед своими зрителями. Шотландия приедет и поставит автобус. Австрии будет нелегко его взломать. Но учитывая тот нефарт, который сопровождал команду в предыдущем матче, Австрии может где-то повезти. В норме здесь должна бы быть победа хозяев на условное 2-1, может быть выше. Из связки ставок тотал больше обе забьют да победа хозяев, самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2.21, на обе забьют да 2.03, на победу хозяев 1.83. Наверное, самое надежное здесь поставить на победу хозяев, но коэффициент 1.83 как бы маловат для такого матча. Поэтому тут за базу, наверное, лучше все же взять обе забьют да за неплохие 2.03. Если говорить о реальной ставке с высоким коэффициентом, то здесь надо определяться либо между ничьей за 3.70, либо с победой хозяев с форой минус 1.5 за 3.38. Однако, более заманчивым все же смотрится вариант победы хозяев с разницей в один мяч за 3.45. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.